Хорошо, так, есть. Уходим собаку мордой вверх, вниз. Окей. Приподнимаем голову. Левую ручку ставим посередине. Правая рука. Смотрите, делаем вдох, выдох вперед. Раскрыли все по длине. Делаем захват, вдох, назад туда ушли. Почти ладонь, вот ощущение составьте, ладошка и крестец. Почувствуйте, что когда вы начнете, вот вы как бы на таз положили шарик. И обе ноги стоят четко в пол. На таз положили шарик, рукой почувствовали, есть он. Да, у вас? На твой гель. И теперь мы его собрали в ладонь и ведем вперед. Шарик идет вперед. Вот он, рука. И кладем руку тыльной стороной на пол. Есть. Голову подводим под мышку. И стоим. Раскрываем правый бок. Вдох. Печень. Выдох через глаза в небо. Вдох, печень. Рука прямая, опираемся на ладонь. Выдох. Вернее, на кисть. Вдох. Подняли голову. Руку поставили на место. Левую руку вернули на место. Собака мордой вниз отстроили. И теперь ушли. Грудью вниз, свели лопатки на спине и дали лопатки навстречу друг другу и вниз в крестце. То есть создали модель. Видели гималайского медведя? Руки прямые. Лопатки нет, руки прямые. А вот это вот включили. Так, модель гималайского медведя видела? Mm-hmm. Ну, с белой чайкой на груди. И вот вы, вот эту модель, которая с белой чайкой на груди, пальцы вот сюда уперты, и якоря пальцами, руки, пальцы вместе, вот упираются. Вот раскрывается, подмышки раскрываются. Мышцами сжимаем лопатки и лопаточки ведем в направлении таза и свисаем. Угу. Хорошо. Вот здесь вот опять же модель. Еще раз посмотрите, как оно выглядит, наверное, в мышечной структуре. Вот таким образом. Не видели гималайского медведя? Смотрите. Вот. Ну, черный такой медведь, у которого такая белая штучка. Видели? Ваша задача, когда вы стоите там, вот эту штучку начать растягивать. Вот сюда. Как оно будет выглядеть в мышечной структуре? Постараюсь показать, может увидеться. Да? Если не сильно жирный там сзади. Смотрите, вот я ухожу. Я пятками ухожу в землю, в ладони вниз, провисаю. А теперь попытаюсь включить эти мышцы. Смотрите, раз и два туда. Как-то это видно? Да. Понятно, да? Включили туда и включили вниз. То есть вот у вас вот эта вся структура, она сработала. Но живот у вас просто уходит, вот грудь раскрывается. Вот попробуйте. Это как бы реализовать. Уходите вниз. Пальцы не растопыривали бы. Мизинчики ближе. Угу. Да. Вот ты ушел вниз, да, смотри.
расслабился, ушел вниз. Создай себе модель. Вот отсюда начинаешь подмышку. О, отлично. И теперь низ туда потянул. Вот. Раз и вниз. Раз и вниз лопатки. Да, навстречу. О, я тоже уже. Вот, отлично. Тоже есть, работает. Почувствуйте, как раскрывается грудь. Угу. И плечи вот твои эти расклады, которые ты говоришь, они будут, давай, оп, есть, держишь, и теперь вот низ туда лопаточки, оп, а голова свисает, а упор пальцами зацепился, все, вот стоишь, хорошо, и расслабился. Угу. То есть вы в конечном итоге потом поймаете то, что вам, что вы в этом, в собаке мордой вниз можете стоять достаточно долго. Вот просто как стали, да, вот смотрите, если мы возьмем две палки, вон, вот те палки, да, и вы будете ловить то, что, вот, да, смотрите, вот есть две палки, но они, несмотря на то, что они даже тут, ну, они соскальзывают, они кругленькие, но если бы они были плоские, видите, я вот, вот там, просто полированные, и вот, стоят, да? Понятно, если палки поставил, все, вот ваше тело точно так же. Если вы поймаете эту фишку, у вас не будет вообще никаких затрат именно в этой стойке, никаких затрат физической энергии, вы просто стали, как циркуль такой. Циркуль воткнули и все. Но у вас опора будет вот якоря ладони и якоря стопы. Тогда собака мордой вниз, она может превращаться в некую асану, типа вот медитативной, да, в которой человек может стоять и работать с, уже с другими как бы восприятиями и ощущениями. Есть. И теперь мы работаем с другой ручкой. То есть опять собака мордой вниз, опять стали. Правую руку перевели под центру между ладоней или посередине между ладоней. Сделали выдох вперед. Вот здесь мы раскрываем вот эту вот линию. Мизинец наружу пошло. И приблизительно туда же. Правой ягодицы. И делаем вдох. Над крестцом почувствовали, что у нас есть что-то в руке. Рука правая, прямая. Покачали в тазу, там есть у вас чего-то? Как бы вот на таз положили ручку. Вот. И дальше эту штуку забрали с таза. И вывели влево. Кверху поставили, вон шарик стоит. Опираемся на тыльную сторону кисти. Правая рука упирается, голову подводим под мышку, смотрим вверх на потолок. Рука прямая в локте. Просто стоим и свисаем, смотрим вверх на потолок. И работаем с селезенкой. Вдох влево, в селезенку. Левое подреберье. Выдох через глаза в небо. Обратите внимание на правую ногу. Вдох в селезенку, выдох в небо через глаза. Подняли голову, поставили ладошку. Вернулись собаку мордой вниз с теми же параметрами. Ушли грудью, раскрыли подмышки, сложили лопатки, чуть-чуть лопатки назад и макушку удалили от лопаток в направлении ладони.